Наша молодежь обязательно посетит Белоруссию, а пока 40 курян из политехнического колледжа отправились в Крым. Поездка состоялась в рамках проекта «Мы вместе, мы едины». Матвей внеплановые каникулы получил благодаря своим достижениям в спорте. Занимается баскетболом, имеет разряд по рукопашному бою. Говорит, в первую очередь это возможность проявить себя, а потом уже отдых. Безусловно, это честь для нас ездить в такую поездку, получить такую возможность. И мы хотим показать Курскую область с самой лучшей стороны. Это лучшие наши дети спортсмены. Там будут заниматься они спортом, там они будут показывать достижения, соревноваться с местными школами. То есть это уже входит в план. Ну и, конечно, они отдохнут. Едет первая делегация. Мы очень надеемся, что это все примет свои, так сказать, дальнейшие черты и что это укрепится. Соревнования пройдут на базе отдыха «Штормовое» Сакского района. Сопровождать детей в поездке будут 4 руководителя.